Ну что, Дикондрус, все идет как задумано? Лорд Архимонд требует отчета. Молодой рыцарь хорошо послужил нам. Даже слишком хорошо. Не удивлюсь, если у Нерзула имеются на него особые планы. Этот человечишка так же недолговечен, как и прочие смертные. А Нерзул не посмеет вмешиваться в наши дела. Плеть должна выполнить свое предназначение. Если мы утратим контроль над ситуацией, Архимонд оторвет нам головы. Поверь, брат, ни король мертвых, ни его прислужники не помешают пришествию легиона. Проследи за этим. Лорд Архимонд не прощает ошибок,